Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Я рад вас приветствовать! Мы с вами снова в Челябинске на Ледовом дворце «Айсберг», и мы продолжаем! Будет интересно, будет огонь! Второй матч! «Авангард», «Авто», «Спартаковец». Вообще любопытная история, что здесь, как и в первом матче, тоже есть изменения в составах. Это самое любопытное во всей этой свистопляске. Так вот, друзья мои, давайте поговорим об изменениях сразу же, а потом про номера и конкретно про составы. У «Авангарда» огромный десант из московского «Динамо». Изменился немного тренерский штаб. И, друзья мои, здесь появились игроки 2007 года, которые раньше были заиграны за «Динамо Москва». Давайте пройдемся по «Авангарду». А вратари. Номер 20-й Никита Климахин. Номер 1-й Егор Масейкин. Вот как раз таки Егор Масейкин, он из «Динамо» пришел. И номер 30-й Иван Юнин. Полевые у «Авангарда». Номер 23-й Семен Остапьев. Номер 15-й Дмитрий Вихров. Номер 18-й Леонид Ждановский. Номер 5-й Артемий Иваненко. Номер 4-й Андрей Курьянов. Это тоже «Динамо Москва». Курьянов. Номер 9-й Даниил Маружов. Номер 12-й Евгений Новиков. Номер 14-й Богдан Подерин. Номер 19-й Егор Привалов. Также «Динамо Москва». Номер 28-й Данила Пугачев. Номер 27-й Александр Серяцкий. Номер 25-й Артем Сосунов. Номер 11-й Данил Старчак. Номер 10-й Владимир Тимошенко. Номер 17-й Владислав Ухмылов. Номер 2-й Михаил Фролов. Номер 16-й Януш Кейбатов. Тоже «Динамо Москва». Номер 24-й Владислав Шихов. Номер 30-й Иван Юнин, но мы его уже отмечали. И номер 21-й Иван Яновский. И к составу «Спартаковца» здесь тоже есть изменения. Тоже есть новое пополнение. Голкиперы. Номер 1-й Вячеслав Кобылин. И номер 92-й Никита Белов. Здесь, братцы, у нас с вами пусть не такие серьезные изменения, но они имеются. В частности, Антон Попов. И, соответственно, вместе с ним еще и Юрий Марцинкевич. Это игроки челябинского «Трактора», которые перешли в «Спартаковец». Так вот, полевые игроки у «Спартаковца». Номер 42-й Данил Соколов. Номер 16-й Денис Федяев. Номер 37-й Юрий Марцинкевич. Номер 10-й Егор Щукин. Номер 99-й Максим Тарасов. Номер 15-й Трофим Наумов. Номер 12-й Сергей Пузеев. Номер 88-й Эрнест Златков. Номер 86-й Михаил Пудяков. Номер 14-й Никита Наумов. Номер 75-й Антон Попов. Номер 76-й Алексей Тиханович. Номер 7-й Егор Пушкарев. Номер 19-й Степан Воронин. Номер 94-й Арсений Мекутин. Номер 2-й Кирилл Паршенков. И номер 3-й Олег Марков. Ну вот так вот, братцы. Ну и что, кто сегодня за кого болеет? Как всегда, братцы, пишите в наш чат, болеть за пацанов. Вместе все смотрим, вместе все обсуждаем. Трансляция для вас подготовлена совместно с сайтом smotrihokey.ru. Меня зовут Никита Фомин. Всем привет, всем дороу, всем хэ-хэй, всем здрасте. Ну, явно у нас с вами здесь будет такая вот прелюбопытнейшая мясорубка, даже не сомневайтесь. В первом матче, если вы смотрели, братцы, Салават Юлаев и Югра не смогли в основное время определить, кто же там все-таки победит. И в итоге все дело закончилось в овертайме. Это к разговору о том, что здесь тоже может быть интересно. И история вообще личных встреч, она говорит о том, что «Авангард» и «Спартаковец», да, они встречались в концовке прошлого сезона, но они были не в тех составах. «Авангард» тогда в рамках финалов выиграл со счетом 5-1 у «Спартаковца».
Здесь, конечно, будет немножко другая история. Вполне вероятно, но, опять же, посмотрим, кто победит. Это будет явно прелюбопытно. Ну а так, в принципе, друзья мои, лидеры нападения и той, и другой команды, они на месте. Я думаю, тут мы все прекрасно понимаем, от кого и чего ожидать. У авангарда, конечно же, Сосунов. Как всегда, впереди планеты всей. Его много мы с вами отмечаем. Ну а, собственно, у спартаковца... Там вообще, на самом деле, если вот так в обе команды посмотреть... Есть люди, которые вызываются и в сборную региона. И, собственно, участвуют в сборах со сборной России. Тут все интересно. Тут вот опять же, вот на ближнем как раз таки кадре Эрнест Гладков. Это, ну, давнишнее, конечно, пополнение из Нижнего Тагила для спартаковца. Михаил Падюков у спартаковца. Это игрок вообще Хризатила, но он тоже давным-давно уже... Тут так зарекомендовал себя на просторах Свердловской области. Как очень хороший игрок. И сейчас дополняет спартаковец. Юрий Марцинкевич, опять же, да, один из ярких нападающих трактора. Дениса Федяева, вспомните. А вот проблема авангарда в том, что они не так часто участвуют, приглашаются в сборные регионов. Ну, об этом тоже, друзья мои, можно много говорить, но это как факт. И есть такая вот проблема. Поэтому мы игроков... Омских ястребов видим нечасто. Там в том же Сириусе. Но, тем не менее, игроки матерые, мощные. Сейчас, я думаю, они покажут, конечно же, свой класс. Да там еще и, считай, пополнение из Динамо. Пусть и на год младше. Это не сильно меняет дело. Тем не менее, у Динамо там тоже есть кем похвалиться и кем похвастаться. Вообще, я так смотрю, друзья мои, в межсезонье какие-то сумасшедшие переходы. Кого не ткни, везде. Тут переход, там переход. Здесь пополнение. Что-то невероятное просто. Но, опять же, повторюсь, это круговорот игроков в природе. Это нормально. Ну все, друзья, мы с вами начинаем. Разминка закончена. Ну, вроде как, мы с вами готовы отправляться вперед. Арбитры на площадке, мы с вами подготовились. Все огонь, все отлично. Дайте нам классного хоккея. Каждый божий день, друзья мои, по три матча мы с вами будем наблюдать. И это, наверное, один из самых лютых и самых топовых турниров, которые можно найти на просторах России. Да, еще есть параллельно очень крутой турнир «Прорыв». Там играют команды, по-моему, 10-го года, и там тоже классный состав. Но эти парни, они старше, они более мастеровитые, они более быстрые. И опять же, повторюсь, здесь люди, которые вызываются в сборные. А это дорогого стоит. Так, минута молчания и начинаем. Трехкратный бронзовый призер чемпионата России. Самый результативный защитник РПЛ. Серебряный призер чемпионата России. Обладатель Кубка России. Двукратный чемпион России в составе «Металлург» и двукратный чемпион Евролиги. Прошу почтить память Владимира Балацкого-Минтрея.
молчание. Спасибо. Турнир по системе памяти национальной команды Трампера Владимира Баланского объявляется открытым. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Ну что, друзья мои, мы начинаем. Еще один очень важный момент по поводу переходов. Никита Белов из «Спартаковца» нынешнего. Это бывший игрок Челябинской хоккейной школы имени Сергея Макарова. Но теперь он будет играть за Екатеринбург. Вообще будет на самом деле любопытно, как же Белов будет потом проводить матч против Челябинского «Трактора». Ну, вроде как не его бывшая команда, но все равно. Бывший голкипер Челябинска против своего же Челябинска. Ну, об этом еще мы поговорим. Друзья мои, давайте смотреть «Авангард» и «Спартаковец». Так, защищать ворота у «Спартаковца», судя по всему, будет именно Никита Белов. Недаром я про него как раз таки и оговорился. Интересно. Сразу же, да. Так вот, с места в карьер. Так, ну а относительно «Авангарда», я думаю, мы сейчас увидим. Обязательно это дело подметим. Ну что, готовы ли вы? Надеюсь, что да, друзья мои. Так, там где-то у нас на сайте есть чат, и если что, в него напишите, понеслась. Матч номер два. Стартанул, пока у нас шайба в средней зоне. Вбрасывает ее Владислав Шихов туда, в чужую. О, ничего себе. Ястребы, как идут, сразу же втыкаются в екатеринбуржцев. Отрабатывает назад Тиханович. Тиханович, продольный пас, но это все под перехват. И попытался Артем Сосунов ворваться в чужую зону. Артема тоже силовым приемом встретили. Тут тоже есть очень мощные габаритные защитники, которые умеют встречать левым флангом. Врыв от Соколова. Соколов за воротами. Против него увереннейшим образом отрабатывает Владислав Ухмылов. Но к Соколову пришла подмога в лице Марцинкевича. Марцинкевич налево. Обратно скидка на лицевой. Там уже Артемий Иваненко зажимает своего визави у борта. Так. И есть, опять же, подмога у Екатеринбурга. Максим Тарасов старается шайбу как-то выцарапать, но к Тарасову тоже подошел Семен Остапьев. И вот так вот это все у нас с вами продолжается. Все-таки удаление. Довольно быстрое такое удаление получилось. И удаление в составе «Авангарда». Отправляют Семена Остапьева в штрафной бокс за подножку. Во всей этой борьбе, видимо, он не уследил за собой и, опять же, за соперником. Совсем ненужная подножка, если честно.
Но ничего не попишешь, ничего не поделаешь. Это удаление. Будь добер. Сразу же большинство появляется для екатеринбургского спартаков. Тарасов выиграл бросование. Помогает Марков туда, ее в глубину. А что дальше? Ну а дальше шайба переместилась на противоположный борт. И оттуда омские ястребы ее вынесли подальше. Да еще и смотрите, как высоко прессингует и Януш Хейбатов. И Янушу только дай. Один из самых ярких нападающих московского «Динамо» в прошлом сезоне. Также вызывался в сборную и был там ярок. Спартаковец пытался в зону войти, снова не удается. Приходится обратно за шайбой возвращаться. Посмотрел, обернулся назад Максим Тарасов, что его там прессинговали. Поменялся спартаковец. Открылся Паршенков, ну и надо начинать нападение. Диагональная передача направо не самая удачная. Авангард встречает в средней зоне. Очень уверенно там на борту поборолся Егор Привалов. Все то же самое, Динамо отбились. Привалов опять напрягает спартаковец в средней зоне, заставляя откатывать. Ну и вот вам, друзья мои, и 2007 год. На площадке Привалов опять просто контролирует пока Екатеринбург, а они не могут начать нападение. Диагональ налево. Неплохой момент. Организовали первый бросок по воротам. Иван Юнин на последнем рубеже у «Авангарда» не попадает Пузеев по шайбе. «Авангард» тут же ее выносит вверх. А там еще и Привалов. Опять дежурит в средней зоне. Но он будет не первым на шайбе. Первым был Арсений Микотин. Да, по ходу дела у спартаковца здесь не получится реализовать лишнего. Вернулись екатеринбуржцы, бросок организовали, это все не в створ. Ну и в итоге появляется на площадке удаленный игрок «Авангарда». Все, реализации нет. Ухмылов, брос в зону. Спартаковец за воротами шайба проводит. Там сразу же и Тимошенко прессинговал. Ну какая вертикальная передача. Выход. 1-1. Гол. Денис Федяев подкараулил «Авангард». И смотрите, какой вертикальный пас. Просто феноменальный. Сквозь всех. Вот это да. На Федяева. И, пожалуйста, получите. Распишитесь. Это 1-0 в пользу спартаковца. Вау. Хо-хо-хо. Вот это да. Вот это Федяев тут замастырил. Однако. Начало прелюбопытное. Так. Это, друзья мои, Антон Попов. Пополнение из Челябинска. Вот такую вот передачу отдал на Федяева. И Колешник. Вот это етицкая сила. Как тебе такое, Илон Маск? Ну что, вечер перестает быть томным. Погнали дальше. У нас игра только набирается и красочности. «Авангард». Теперь уже они что-нибудь хотят интересное придумать. Вопрос, конечно, дадут ли им. Но пока все не так радужно. Но зато «Авангард» в чужой зоне прибывает. Ну, расставились, окей. Надо шайбу выводить. Поднялся Сосунов. Бросил по воротам, шайба заползает в ворота. Буквально насквозь сейчас пробили Никиту Белова. И шайба зашла. Смотрим еще разок за повтором. Вот он, Сосунов. Долго-долго шайбой владел. Развернулся по тормозам. Мощно низом. И было, было подправление на пятаке. Вот в чем дело. Это, братцы, подправление зарешало. Это не насквозь бросок. Так, номер 9 у «Авангарда» — это Даниил Маружов. Забрасывает вот такую вот шайбу. Ну и все у нас с вами довольно быстро восстановилось и пришло к равновесию.
спартаковец. Теперь уже они в нападении. И что скажет Екатеринбург? Скидка назад. Ай-яй-яй, да что ж такое-то? Ну зачем? Ну интернет, ну живи. Да что ж такое-то сегодня, а? Вечные проблемы с интернетом. Ай-яй-яй-яй, как же обидно, как досадно, друзья. Но ничего не поделаешь, ничего не попишешь. Будем надеяться, что все восстановится. Да, в первом матче были точно такие же проблемы у нас с вами. Но мы как-то вот это все дело совместными усилиями переживали. А, слава богу, все восстанавливается. Ничего не пропустили. Левым флангом атакует Денис Федяев. Денис, тут бросок мощно было. Да еще и подбор за Пузеевым. Пузеев на Федяева. Открывался по центру Гладков. Но пока у нас борьба в углу. Пузеев скидывал назад. Авангард перехватывает. Вручили шайбу Егору Привалову. Егор отдавал в центр. Это была плохая идея. Снова перехватывает шайбу Сергей Пузеев. И лезет на пятачок. Сергей отдавал поперек зоны. Там замкнуть Денис Федяев не сумел. Сочетание Федяева и Пузеева — это такая вот термоядерная смесь. Они уже в рамках сборной Уральского федерального округа это не раз доказывали, что они знают, умеют и практикуют. Ну а что, Авангард? Авангард испытывает проблемы, у них положение вне игры. Требуют они активно удаления, а удаления не будет. Просто бросание в средней зоне. Так. Снова игра у нас с нами остановилась по причине того, что шайба покинула пределы площадки. И бросование в зоне у Авангарда. У Ивана Юнина в частности. Это бросование за мячами. И осталось и Ястребы. Благодаря усилиям Януша Кейбатова, я так понимаю, да? Добрались до чужой зоны. Здесь активно помогает Тимошенко. Тимошенко лезет на пятак. Опасный эпизод бросается на эту шайбу Никита Белов. Да, так и есть. Нет, все-таки там был, наверное, не Хейбатов, там был Леонид Ждановский. У него свитер подзадрался, и поэтому я его перепутал по номерам. Это именно он тащил команду вперед. Очередная точка, на которой поспорят за шайбу Михаил Подюков и, соответственно, Семен Астафьев. Астафьев выигрывает бросование, шайба уходит направо под контроль спартаковцев. Спартаковец через Соколова. Соколов дальше, борт закрыт. Шайба уходит обратно к Михаилу Фролову. Фролов через дальний фланг, и Авангард не выпускает. Ястребы очень серьезно сейчас доминируют пока в чужой зоне. Шайбу контролируют. Сирятский. Перевод налево. Обратно шайба уходила за ворота. Там Паршенков. И через синюю Авангард действует. Но низом наброс не самый удачный. Еще одна попытка доставить шайбу до ворот. Она не самая точная. Отбрасывается спартаковец. Деваться им некуда. Подерин отдал назад. Выдвигает сразу же вперед Юрий Марцинкевич. Приходит шайба в среднюю зону. Тут Попов. Вместе с ним был еще и... Так, кто там был? Егор Щукин там был. Пытался организовать ход, но нет. Это было положение вне игры. И у нас с вами... Бросование в среднюю. Перемещается. Авангард использует диагональ. И там еще и зацепляется Андрей Курьянов, направляя шайбу вперед. Успел ее здесь сохранить Алексей Тиханович. Проблемы огромные в лице там прессингующего одного нападающего Авангарда. Тут еще и другие подъехали. Ухмылов чуть было не воспользовался на пару с Хейбатовым. А что спартаковец? У спартаковца опасный наброс на битак. Там был Егор Щукин.
Щука по красоте открывался, но был под двойным прикрытием. Ошибка у спартаковца и убегает Яновский. Его срубает откровенно Антон Попов. И у нас снова проблемы. Нет, все нормально. Попов вместе с шайбой удаления не будет. И что там? Подберет ли Яновский? Яновский пытается шайбу подобрать. Ему поставляет спину Наумов. Наумов шайбу откидывает Попову. Попов, куда ее девать? Попов. Ошибка небольшая. Снова авангард перехватывает. У авангарда опасный момент. Как же они давят, ребята. Но спартаковец пока себя чувствует более-менее уверенно. Середина первого периода. Перехват от Спартака. Гладков и момент. Перед воротами Юнина Эрнест подобрал. Эрнест на синюю. Там все закрыто. Бросок, добивание. Юнин. Первый бросок попал прямо в ногу Михаилу Фролову, а вот второй уже точнёхонько в Ивана Юнина. Вот он на ваших экранах. И середина первого периода. Очень быстрый хоккей мы с вами наблюдаем. Но от этого он шикарный, яркий и интересный. Так, авангард выбирается из своих владений. Спартаковец за счет усилий Гладкова пытался в чужую зону прорваться, но нет. Жестко встретили Эрнеста. Там было положение вне игры, поэтому встреча остановилась. И прям равнёхонько середина первого периода. Просвоение средней, которое выигрывает Падюков, но как блицует авангард и несется в чужую зону. Опасный момент. Вот эта игра. Данил Маружов хорош. Выводили на бросок в итоге Семена Астафьева, но была поставлена крышка, шайба улетела за пределы площадки. Отмечаем просто реактивного Маружова. Как-то прям как ракета он прилетел в чужую зону. И это было опасно. Так, вбрасывание на этот раз. Михаил Падюков снова выигрывает. Так, а здесь попытался отдать шайбу поперек зоны Никита Наумов, не сумел. У нас еще один свисток и удаление в составе авто спартаковца. Бросание перемещается, естественно, к ним в зону. Нам бы показали, кого удаляют. За опасную игру высоко поднятой Никиту Наумова и удаляют. Непростые времена ожидают сейчас спартаковец, потому что авангард будет жестко давить. Так, вот, наконец-то я увидел наш с вами чат. Но как-то скромно, ребята. Ну, правда. Ну, скромненько. Ну, так ведь не работает. Что ж такое-то, а, братцы? Там только Анатолий написал, что заболеет за авто. Пас, говорят, у Попова огонь. А как вам пас авангарда? Устремлялся вперед Януш. И момент. Тут до конца Януш тянулся к шайбе. Спартаковец отбрасывается. Давайте, друзья, ну в чат поактивнее. Серяцкий подобрал в своей зоне шайбу, оставил. Ух ты. Толковый выход. Набирает ход Привалов. Егор бросил, подставился под этот бросок Егор Пушкарев. И как далеко Белов-то выскочил из ворот. А шайба не под контролем. Сохранил эту шайбу авангард у себя под контролем. Через синюю играют, через Серяцкого. Серяцкий налево. И снова Серяцкий. На этот раз направо, туда вглубь зоны. Там пока не форсирует Старчак. Наброс и подправление от Фролова. Не попал
Михаил Колко по шайбе. Но зато ее подобрал Старчак. Вернулся Рязкому. Бросок, было подправление. И шайба прилетела прямо в Белова. Слева Привалов. Вглубь зоны. Еще дальше шайба направляется на Старчака. Старчака обрабатывают, а он уже Серяцкому вернул. Снова Старчак. Сам бросает, не попадает. И контратака. Хотя, нет, Егор Щукин до шайбы не добрался. Спартаковец менялся в этот момент. А здесь еще и бросок по воротам. И второй бросок прилетает точнёхонько в створ. И реализованное большинство буквально на исходе розыгрыша в исполнении авангарда. Но вот смотрите, шайбу очень быстро по синюю линию вернули. Спартаковец меняется. Первый бросок они заблокировали. Да, отлично подставился Кирилл Паршинков. Но шайба осталась под контролем у авангарда. И Данил Старчак поражает ворота Никиты Белова. Счет становится, друзья мои, 2-1 в пользу омского авангарда. Вот так вот, дорогие мои дамы и господа, вот так вот развиваются события. В первом периоде еще 8 минут до конца первого, а там открыта скамейка для плохих парней. Денис Федяев этим недоволен. Так, еще и удаление. Так, Федяев психанул, ему сейчас... Как бы его сейчас не удалили. Ага, за удар соперника клюшкой. Федяеву 2 минуты дали. То есть авангард дальше продолжит играть в большинстве. Ну и, собственно, там еще и устное внушение прописали Денису, чтобы он не психовал. Так, вновь встреча у нас с вами остановилась. И бросование перемещается в зону к мячам. После бросования шайба под контролем Артемия Иваненко осталась. Артемий скинул ее направо. Спартаковец старается прессинговать, но пока сделать этого не удается. Подкидка простая. Зафиксировал шайбу Никита Белов. А у нас с вами... Сбрасывание выносит среднюю зону. Это, я так понимаю, так поздно свистнули офсайд, что ли? По ходу дела, да. Ну а мы идем вперед. Очередное сбрасывание за спартаковцем. Тиханович немного заковырялся. Сзади уже есть опекун. Это Остапьев. Тут же и Сосунов. Пришла шайба на синюю линию. Там Ухмылов. Ухмылов направо. Здесь Маружов. Маружов обратно на Ухмылова. Ухмылов. Маружов. Нет, не бросает. Перевод получился диагональный. Там в касание Владислав Шихов бросал. Успел переместиться Белов вдоль ворот. И снова шайба вернулась на синюю. Ухмылов на Маружова. Маружов на Ухмылова. А вот и ошибка. И шайба осталась в зоне. Да ладно, выкинул ее Эрнест Гладков. Выход. 1-1 в меньшинстве. Момент. Бросок. Гол. Спартаковец сравнивает счет. И делает это Сергей Пузеев. В меньшинстве. Смотрите, Эрнест Гладков стягивает на себя двоих. Скидывает на Пузеева. Все. Это обрез у авангарда. Выход 1-1 и вынимай. Ой, какая игра пошла. Абсолютно феноменальная. Еще бросок по воротам, и это все в меньшинстве. Михаил Падюков бросал по воротам. Вот он.
Лидер нападения Асбестовского Хризотила. Это очень маленькая команда. И она на самом деле из города, в котором я родился. Представляете? Теперь Подюков становится усилением для спартаковца. Ну а что, омские ястребы разбегаются через центр. Пришел Курьянов, шайбу подбили. Контратака снова от Подюкова. Подюков в средней, его накрыли. Подюков пытается отыгрывать назад под давлением Подерина. Шайба отходит под контроль защитником авангарда. Подерин вернулся, прессинговать отправился Трофим Наумов. Авангард ошибается в средней зоне. Тут перехватывал Марцинкевич. И что? Марцинкевич может самостоятельно зарешать. И почти зарешал. Бросил по воротам. Вбрасывание в зоне у авангарда. Мы вот так вот, друзья мои, тихо и с лапой подбираемся середине, вернее, почему к середине, это к концу первого периода. Что-то я уже забегаю вперед. Спартаковец в полном составе. А у авангарда какой момент! И тоже бросок организовали. Новиков бросал, но отмечаем Егора Привалова. Как он там шайбу дотащил вперед. И снова вперед несется Данил Старчак. Привалов. Идет хитует, шайба доходит до Соколова. Соколов выкинул ее в среднюю, но это перехват. Снова там Старчак, отыгрывает назад. В среднюю оказывается Соколов, но толку от этого пока мало. Авангард страхуется, шайбу забирает и уходит в сторону своих ворот. Отыгрывает назад Артемий Иваненко. Екатеринбуржцы пытаются что-нибудь придумать интересное, дабы как-то усложнить выход из своей зоны. А что здесь? Опасный эпизод. С ним спартаковец справляется. Попов шайбу подобрал. Попов через борт. Снова в средней зоне перехват. Ждановский. А вот и проблемы. В лице Федяева Денис неудобный попал. Прямо во вратаря. Там еще и шайба чуть было не залетела в ворота. Но уж если огрызается спартаковец, то огрызается. И делает это очень четко. Спартак в чужой зоне. Опасное было подправление. Там Трофим Наумов подставлял клюшку. Подбор снова за спартаковцем. Наумов. На пятак приходит габаритный Щукин. Там же Денис Федяев. Ушла шайба к защитникам. Попов ее сохранил. Обратно на Щуку. Щука, перевод. Бросок поворота мимо. И снова Щука уверена. И под бросок Попову, но не поняли друг друга сейчас защитники. Опять же, это вот к разговору, да, о том, что новые игроки у спартаковца. Еще пока нет такого взаимопонимания. Там было подключение Максима Тарасова. И Попов ему помешал. Но опять же, тут большой вопрос, кто кому помешал. Тарасов Попову или же Попов Тарасову? Но это уже история. А пока авангард в чужой зоне. Не разобрались. Справа Подюков. Пытаются Подюкова зажать. Там Сосунов отлично отработал. И позволяет убежать Остафьеву, даже бросить. Остафьев. Пойдет поборется в углу. Там три человека у спартаковца. Подюков с новой шайбой. Быстренько он ее уводит своему партнеру за воротами. Авангард прессингует усилиями Данила Маружова. И мало того, насытили среднюю зону. А мячи левым флангом. Маружов ворвался. Шайбу направляет вперед. Там ее, скорее всего, подберет Екатеринбург. Так и есть. Снова Подюков в средней зоне. И у нас игра высоко поднятой была зафиксирована. Так, ну и что? Вбрасывание отправляется обратно в зону спартаковца. В
выигрывает это бросование «Авангард», но повязали по рукам и ногам Андрея Курьянова. Бросать не дают. «Спартаковец» вырвался на чистый лед. Там Степана Воронина обешабили. И «Авангард» берет шайбу под контроль. Вопрос, надолго ли. Екатеринбург. Паршенков бросил раз, бросил два. Хотя второй бросок больше похож, честно говоря, на перевод, нежели чем на бросок. Ушла шайба обратно. Под контроль екатеринбургскому «Спартаковцу» заковырялся немного Паршенков. И тут же накрыли. Привет, горячий от «Авангарда». Опасный бросок. Приходится подставляться под шайбы. Еще одна атака. Федяев опасно идет. Федяев вылезает на пятак. Ну а там подстраховка работала у «Авангарда». И, соответственно, шайбу-то они перехватили. И также опасный момент организовали. Шайба слева. А Белов-то оказывался справа. Чуть не зашла в ворота. Какая жесть, а! Какой же невероятный хоккей в первом периоде. Чё ж так потно-то, чё ж так душно? Парни, пожалейте. Это просто какой-то термояд. Бросок тем временем по воротам. Так, шайба осталась в зоне «Авангарда». Она пошла в глубину. Там Марцинкевич. Марцинкевич до конца действовал, но все же Привалов шайбу налево увел. Привалов по центру открывается. Его срубают откровенно. Максим Тарасов там жестко отрабатывал. И это не смущает никоим образом Ухмылова. Вышла шайба в среднюю. Там последняя минута у нас с вами первого периода. Так, я так понимаю, удаление, да? Удаление у «Спартаковца» за подножку. Так, отправляют на 2 минуты отдыхать Алексея Тихановича. Но, опять же, для «Авангарда» это немного неудобно, потому что разбивается большинство. Если они успеют его реализовать, то окей. Это да. Но опять же, если бы да кабы посмотрим, что у нас с вами здесь предвещается, хочется верить, что мы посмотрим концовку первого периода. Так, вот и вбрасывание, слава богу. Выигрывает вбрасывание «Авангард». Торчак шайбу назад отправил. Она пришла направо. А вот и опасный эпизод. Но пока «Авангард» не лезет агрессивно на пятак. Ухмылов отыгрывает назад. И передача оттуда. Подерин на пятак. Шайба под контролем у Белова. Никита ее успел накрыть. Еще одно вбрасывание у нас с вами. 25 секунд до завершения первого периода. Отправила шайбу у нас по направлению к синей линии. Да, она вышла. Но сейчас ее обратно «Авангард» затолкает. Так и есть, передача на Подерина. Подерина еще дальше. Бросок организовали. Белов его парировал. И снова подбор. Старчак из-под защитника, но прямо во вратаря. Закончился первый сумасшедший период, в котором было заброшено 4 шайбы, дорогие друзья. И у меня здесь и сейчас к вам вопрос. Ну, как вам такое, уважаемые дамы и господа? Напишите в наш чат, что вы думаете по поводу первого периода. И, конечно же, поболейте за парней, это будет крутая история. Уходим на перерыв, смотрим яркие моменты, ждем второго периода. Caught me in a dark.
Ну что, братцы, продолжаем. У нас с вами второй период. После первого 2-2. Причем спартаковец забрасывал в меньшинстве. Это огонь. И довольно сложно сказать, кто играл первым номером. Я не знаю. Честно говоря, я вот не решаюсь так взять и сходу брякнуть, кто играл первым номером. Будем считать, что игра была равная. Хотя все же, наверное, небольшое это преимущество авангарда было. Как по мне, так бросков-то все-таки по воротам Белова было немножко больше, нежели чем по воротам Юнина. Но счет равный. Это главное. Все, братцы. Погнали. Второй период стартовал. Сразу же авангард идет в чужую зону. Расставляются. Все пока четко. В глубину Данил Старчак. Мощно по борту. Подберет на ближнем Привалов. Нет, Привалов еще дальше. На Серяцкого. Серяцкий обратно. Там, правда, Новикову тяжеловато будет бороться с Поповым, с Габаритным. Но зато вдвоем справились. Вернулась шайба на синей линии. Оттуда Серяцкий направо. Диагональ не прошла налево. Там заблокировали этот бросок. Отмечаем Дениса Педяева. Именно он там занимался тем, что блокировал бросок. Тут еще и выдвинулся Кирилл Паршинков на силовой прием. Тем не менее, авангард продолжает шайбу контролировать. Они в большинстве, заканчивается большинство. Какой момент! И авангард снова на исходе розыгрыша большинства реализует и забрасывает третью. Смотрите, друзья мои, какая поперечная передача прошла. Вот она, скидка. Егор Привалов находит своего партнера. Поперек зоны шикарно отдает. Там касание очень мощно. Богдан Подерин, да, это у нас был? Или это Старчак? Сейчас послушаем. Сейчас мы уточним. Так, Богдан Подерин в ассистентах. Данил Старчак забрасывает эту шайбу в ворота. Что ж, наше поздравление. И причем любопытно, что оба большинства, которые были реализованы авангардом, это все было на исходе розыгрыша лишнего. Спартаковец подальше шайбу вынес. Это проброс. Сейчас надо будет им обратно возвращаться. Что они делают? Ну, друзья мои, поактивней, поактивней, поактивней. Давайте в нашем чате. Очередная точка остается за Екатеринбургом. Шайбу они провели вдоль борта. Там мощнейший силовой прием. Но у спартаковца есть атака. И тащил Егор Щукин эту шайбу вперед. Попал под двойное прикрытие. Контратака. Андрей Курьянов тоже под силовой попадает. Но Курьянов шайбу прокидывает вперед. Дальше развивается нападение авангарда. Еще одна попытка броска. На этот раз бросал Дмитрий Вихров. Его заблокировали. Спартаковец пытается что-то организовать. Контрнападение. Тем Трофим Наумов бросал. Все блокируется. Очень мало долетает до Юнина пока, во всяком случае. Но с другой стороны, и до Белова тоже не так много долетало. Положение вне игры образовалось для авангарда. И вообще бросывание отправляют именно к ним в зону. Яркое начало второго периода. Тут ничего не скажешь. Так, Эрнесту Гладкову тут сказали, чтобы он поправил майку и чем он как раз таки и занимается. А вбрасывание тем временем Падюков-то выигрывает. Ушла шайба в среднюю. Пытался снова Падюков ворваться. Ему активно помогал в этом всем Паршинков. Нельзя заходить в зону спартаковцу, иначе был бы офсайд, поэтому они быстренько ретировались. Гладков старался прессинговать там. Продольный пас от авангарда. И они левым флангом за счет Подерина опять врываются в чужую зону. Подерин вынужден был добровольно принудительно шайбой расставаться. Спартаковец ее подбирает, но тоже плохая передача. В средней зоне перехват от Ждановского. Ждановского накрывают. Постраховка от Подерина. Подерин налево. Ну и приходилось тоже от шайбы избавляться, деваться некуда. Паршинков сильно по борту. В средней Падюков. Ошибка. Надо выходить из зоны. Эрнест закатывается. А там еще Падюков не вышел.
Отсюда, собственно, и офсайд. Как говорится, оттуда идите. Вбрасывание в средний. Как-то вот даже, знаете, друзья мои, не идет никакой юмор-то в голову. Нонче. Такая напряженка. Так, Иван у нас написал авто вперед. Отлично. Ну вот хоть что-то. А пока авангард ошибается там у себя в зоне. Шихов до шайбы не добирался. Грозит ли это чем-нибудь опасным? А может быть. А может быть. А вот и приехали. А вот и нарушение правил. Но нет, арбитр не свистит. Там пытался изо всех сил продать удаление Денис Федяев. Авангард забрасывает четвертую шайбу. Да, проблемы серьезные у спартаковца. Вот смотрите, это уже атака в исполнении омских ястребов. Здесь просто как нож сквозь масло. Евгений Новиков прорывается и его поддерживает снизу. Данил Старчак, забрасывая шайбу в ворота. Счет становится 4-2. И это, друзья мои, тревожная история для спартаковца. И мало того, авангард дальше идет. Еще можно было сразу же одну забросить. Вот это да. Ой-ой-ой. Ястребы-то как разгулялись. Сосунов. Поворотом опасно. Добивания не будет. Отбился Спартак. Ну, на силу отбился. И снова момент для ястребов. И снова Сосунов. Прямо перед воротами стоит. Не, ну силовыми приемами можно, конечно, играть. Это все интересно. Но это никак спартаковец не приближает к чужим воротам. Обратно возвращается Артем Сосунов. Заряжает в сторону лицевого. Марков подобрал, скинул дальше Сосунов. Пойдет спокойно бороться с Данилом Соколовым. Почему нет? А вот и удаление. Авангард цепляет себе удаление в чужой зоне. Подножка. Так, удаляется у нас с вами Януш Кейбатов. Совсем ненужное удаление для авангарда. Спартаковцу надо решать вопрос. Вот прям идти и забрасывать шайбу в ворота. Так, Максим Тарасов и его звено выходит реализовать большинство, а обороняться, судя по всему, будет Дмитрий Вихров со товарищи. Так и есть, вылетела шайба из зоны. Спартаковец ошибается в своей зоне. Вихрову прямо в конек шайба попала. Отыгрывает назад Щукин. Вихров уже на спине. И снова именно Щукину, я так понимаю, хотели шайбу вручить, но какая-то дискоммуникация у екатеринбуржцев-то. Что с Уралом происходит, непонятно. Потратили уже больше полминуты на то, чтобы просто войти в зону. Щукин. И опять какое-то непонимание. Авангард вообще без проблем вырвался, пошел вперед. Александр Серяцкий отдал в центр. Там вообще 3 в 1 была атака. И это в меньшинстве. 3-1. 2-2. У спартаковца момент не проходит. Поперечный пас. И вот вторым-то бы эшелоном, но нет. И снова все это дело в никуда. Тимошенко пришел в чужую. Поперек зоны отдавал прямо Эрнесту Гладкову. Эрнест диагональ налево. Там оказался Пузеев. Пузеев поворотом. Шайба отскочила от Юдина. Почти в центр зоны. Там мало того, еще и, смотрите, опять контратака. Опасный бросок из-под защитника. Владимир Тимошенко бросал. Ну а здесь Белов, посмотрите, какой эмоциональный. Белов говорит, да ядрит Мадрид. Да я твой дом труба шатал, пацаны. Да что вы делаете? Да как так-то вообще? Всеми силами показывает Никита Белов, что он манал такую игру. Так, и Юнин поправляет униформу тем временем.
Ну и у нас с вами спартаковец пока с шайбой. Приближаемся к середине матча. Ну, неточная диагональ. Он правильно, Анатолий, пишет, что, ребята, беда. Ну, помогите немного хотя бы Белову-то в конце концов. А то вы даете авангарду, ну, делать все, что угодно. Вот все, что им заблагорассудится, они делают на пятаке. Так что здесь Анатолия я чистой воды поддерживаю. Абсолютно правильно говорит. Ну а мы продолжаем, дорогие наши зрители. И снова пока ничего не получается у спартаковца во втором периоде. Авангард в полном составе. Все. Большинства нет. Средний. Спартак. Но вот как-то быстро тормознули там Соколова. Авангард, конечно, хорош. Разгулялся. Вопросов нет. Авангард силен, мощен и активен. Просвоение у нас с вами отправляется в среднюю зону. О, группа крови на рукаве заиграла. Пожелаем мне удачи в бою. Вот уж точно. Это к нашим зрителям все, друзья мои, обращается. Пожелайте удачи в бою. А вбрасывание выигрывает Данил Старчак. Шайба пошла сразу же в зону авангарда. Ой-ой-ой, ошибается немножко омский коллектив, но сами же и реабилитируются. Диагональ налево, Ухмылов, там подставляет спину Олег Марков. Марков уходит за ворота, скидывает на дальний борт. Оттуда шайба просто улетает по направлению к Ивану Юнину, и это проброс. И вновь у нас с вами все возвращается на круги своя. Все возвращается к Юнину. Хотя нет, наоборот, к Белову. От Юнина мы уходим. А к Белову мы вернулись. Так. Выиграл вбрасывание Максим Тарасов. Он нынче является капитаном авто спартаковца. Шайбу вдоль борту пустили уральцы, но она не вышла. Марков, еще одна попытка. И не позволяет шайбе выйти Александр Серьевский. Сразу же снабдил. Оставь его, опасный эпизод. Подбор за Сосуновым. Сосунова хитанул Марков. Вернули шайбу Серьевскому. Серьевский направо под бросок. Мощный, хороший толковый бросок. Он блокируется. И контратака от Спартака. Здорово разыграли. По центру момент. Бросок, и не попадает шайба в ворота. Удаление будет в составе авангарда. Так, задержка соперника клюшкой. Инкриминируется 23-му номеру. Это Семен Астафьев. Ну и такое ощущение, что спартаковец оживает. Продолжаем, дорогие друзья. Ну и что там у нас нынче по реализации? Пока все глухо у Екатеринбурга. Они вынуждены начинать все сначала. Ну, в зону пришли. Ставит корпус Пузеев. Пузеев на синюю. Шайба по периметру пока продвигается направо. Вернули защитнику. Бросать Мякотин не стал. А вот сейчас стал. Набросил. Шайба снова к нему уже вернулась. Арсений. Скинул направо. Эрнест поворотом. И надежно Иван Юнин всю эту свистопляску опять остановил. Еще минута в большинстве есть у спартаковца. Сбрасывание в зоне у авангарда. Спартаковец пытается, ищет варианты.
Шайба пока у нас приходит на лицевой. Там расположился и укатил уже налево Юрий Марцинкевич. Авангард буквально вцепился там на борту. До Марцинкевича шайба не дошла. Она была подбита, и здесь всеми правдами и неправдами спартаковец ее сохраняет. Дальше Тиханович на Марцинкевича. Марцинкевич еще левее. Очень мобильно обороняется Авангард, не дает шайбу двигать по периметру. Еще одна диагональ, добивание, Юдин, нет! Шайба отправляется в ворота, Юрий Марцинкевич ее забрасывает. И это реализованное большинство. Ну вот, собственно, друзья мои, да, тут Юдин поднимается и говорит: товарищ судья, ну а что ж ты раньше-то не свистел? Так меня метелили, как хотели. Смотрим еще разок. Вот он, наброс на ворота. Там было подправление, с которым Юнин справился, а потом Марцинкевич копал и накопал. Счет становится 4-3. Спартаковец отпускать никуда своего соперника не хочет. И к разговору, да, об истории личных встреч совсем другая. Абсолютно другая история. Но вы, наверное, скажете, что и команды другие стали. Наверное, будете правы. Передачи Дениса Федяева и Данила Соколова забрасывает Юрий Марцинкевич. Ну что, вечер перестает быть томным. Разница у нас с вами по счету всего лишь в одну шайбу. Середина матча. 7 шайб на двоих уже отгрузили. Так, Авангард осуществляет контроль. И бросок по воротам, и шайба-то, коснувшись Белова, ударилась в штангу. Вот это да. Чуть не зашла пятая. Авангард сразу же это все дело чувствует и идет вперед. Спартак в контратаке. Да, там, наверное, еще и подобрать получится у Наумова. Подобрать-то подобрали, а дальше что? А дальше за воротами. Скидка назад, Микотин налево, под бросок. Слишком много народу перед Юниным. Шайба вышла в среднюю зону. Спартаковец чувствует себя тоже очень неплохо. И смотрите-ка, они идут вперед. Сергей Пузеев вообще активно напрягает соперников. Какая интересная передача. И Падюков. В сторону левой штанги там никого. Зато Эрнест Гладков подберет. Эрнест на синюю. Оттуда сразу же диагональ направо. Авангард шайбу подбирает. Я так понимаю, Муружов. Да, ее выкидывает. Подальше спартаковец забирает себе преимущество. Сейчас они владеют явно инициативой. Брос. Эрнест назад отыгрывает под бросок. И есть наброс. Можно снова покопать под воротами. Там Юнин встречу остановил, и Падюкова вместе с тем так приобнял клюшку и говорит: парень, нет, не сегодня, не в мою смену, не так быстро. Тем самым Иван Юнин показывает, что, пацаны, Спартак, я вас приобнял, но давайте не сегодня. Ой, какая игра пошла, абсолютно равная, друзья мои. Мало того, как быстро у нас с вами меняется все в этом матче. То инициатива у Авангарда, причем там безоговорочная, что спартаковец аж из зоны выбраться не может. То же самое в исполнении уже екатеринбургской команды. И уральцы опять лезут на пятак. Как же они ярко заиграли. Авангард, что произошло? Надо приходить в себя омскими ястребами, иначе дело пахнет жареным. Спартаковец такими темпами додавит. Посмотрите, какие передачи они организуют. И снова Марцинкевич на пару с Федяевым. Здесь же Тиханович. Бросок по воротам. Это выше. Марцинкевич подберет. Скинул дальше на Соколова. Соколов обратно Марцинкевичу. Марцинкевич шайбу пропускает на Федяева. Федяев в углу. Выберется, но меняется местами с Тихановичем. Федяев наброс. Там попытка подправления. Марцинкевич подберет. Тиханович.
Обратно на Соколова. Соколов. За спиной уже оказался Хейбатов. Как же закрывает спартаковец сейчас. Какая жесть, ребята. Авангард как будто бы не знает, что делать. Еще здесь момент. Пусть не самый акцентированный, но два броска на ровном месте. Вот это да. О, Дениса Федяева. Откатил спартаковец. Действует через Тарасова. Тарасов дальше выводил вперед Наумова. Наумов идет напрягать защитников авангарда. И снова Пушкарев. Авангард уже минуты две, наверное, или три. До шайбы не может добраться. Вот сейчас только они эту шайбу потрогали. И то ненадолго. Щукин. В среднюю. Отыгрывает назад сейчас Яновский. Ой. Какой же матчище. Там даже, смотрите, прильнули абсолютно все. Буквально к заградительному стеклу, чтобы посмотреть, что здесь происходит. А здесь реально интересно. Ну, зрителей-то не обманешь. Все чувствуют, насколько здесь накал страстей велик. Так, сбрасывание у нас отправляется обратно в зону спартаковца. Ух! Такая концовка второго периода. Весело. Так, выиграл сбрасывание Тарасов. Авангард шайбу перехватил Новиков. Новиков под бросок, но накрыли там Старчака. Бросок все же состоялся. Белов шайбу отразил на лицевой. Подобрать у Новикова не получилось. Подобрали защитники спартаковца и шайбу отправили вперед. Уральцы уже в средней. Уверенно играет Олег Марков. Бросил Щукин. Пошел меняться. Александр Серяцкий подберет. Серяцкий. Сразу же вертикальная передача. Слишком сильная она была. Ну и что? Уральцы снова ошибаются. Дарят шайбу. Подерин абсолютно за бесплатно уходит в глубь зоны. Подерин. Никто его не встречает. Только сейчас решили прижать к борту, а там уже и Привалов лезет в центр, там еще и Новикова подключил. Новиков прокатывает за воротами, шайбу оставляет не точно на Привалова. Зато синяя линия прикрыта Бадериным. И только сейчас уральцы эту шайбу как-то обрели и тут же потеряли. Снова Старчак полез в глубину. Старчак, оставление, сам в сторону синей линии уходит. Да, шайба последовала вглубь зоны. Тут чуть было. Не пошиблись. Ой, момент какой! И чуть не накопал Богдан Подерин. Там у нас с вами настоящая свалка. Вот это опасный эпизод. Отмечаем Никиту Белова. Вот тут он подтащил. И причем очень серьезно подтащил свою команду. Как-то пассивно оборонялись в той ситуации хоккеисты Екатеринбурга, подопечные Александра Хлебникова. И дали несколько бросков вот на ровном месте соорудить. Так, накал такой, что писать некогда, понимаю, Анатолий. Я вас прекрасно понимаю. Ну а в перерыве зато надо будет что-нибудь накатать. У авангарда офсайд. Им шайбу трогать было нельзя. И бросование в среднюю у нас с вами перемещается. Так, куда опять такая ремарочка от кого-то из родителей на площадке? Моментик! Белов шайбу с трудом здесь фиксировал. Там Семен Остапьев. Лез прямо на пятак. И проблемки-то все-таки организовали для Никиты Белова.
Ну и вот, друзья мои, да, о чем я говорил, что инициатива переходит из рук в руки. Сейчас уже и «Авангард» уверенно закрепился в чужой зоне. Такой вот они мощный отрезок выдали. Не выпускают «Спартаковец». Хотят обратно себе вернуть преимущество в две шайбы. Пришла шайба на ближний. Там Марков за ворота. Дальше еще добавляет Пушкарев. А перехват снова у «Авангарда». Маружов отыгрывает назад. Получает шайбу от Ухмылова. Маружов надеялся, видимо, на рикошет или подправление. Ни того, ни другого не было. Снова шайба у нас уходит за ворота. Пушкарев. Очень плотно опекали на дальнем борту сейчас Егора Щукина. Да и в средней зоне, смотрите-ка, проблемы испытал Трофим Наумов. Однако все же в чужую зону ворвался и даже бросил. Попал прямо в маску. Даже в шлем, наверное, Ивану Юнину. Иван сыграл интересно. Головой. Как заправский футболист. Вновь «Авангард» отправляется искать своего счастья в чужой зоне. Передача вот такая вот поперечная последовала от Вихрова. Вихрова должны поддержать. Поддержали. «Авангард» полностью поменялся. Таскал шайбу Януш Хейбатов. Она ушла опять на дальний. Подберет Паршенков. И вот так вот через Микотина. Микотин, надо быть аккуратным, что он и делал. Быстро от шайбы избавлялся. Контратака будет? Нет, не будет. Положение вне игры для омских ястребов. Вот мне интересно ваше мнение, дорогие друзья. Ну и как вам усиление для той и другой команды? Как по-вашему? Вот по мне, вообще, я вот смотрю, честно говоря, под таким впечатлением, что Марцинкевич с Поповым там, ну прям по делу в составе «Спартаковца». Что тот же самый Януш со своими пацанами, с тем же самым, с Приваловым, тоже по делу. Вообще чувствует себя комфортно. Вот это да. Сезон-то будет огонь такими темпами. 2 минуты у нас тем временем до завершения второго периода. Так, Федяев тут подсказывает что-то своим партнерам. Федяеву на точке бросования будет оппонировать Даниил Пугачев. И Даниил выигрывает бросование, но эта шайба, она очень быстро к Алексею Тихановичу ушла. И в средней зоне оказалась под контролем все того же «Авангарда». Старается высоко играть «Спартаковец». Это позволяет переходить шайбу в средней зоне. Тиханович не точно отдал. Отыгрывал назад сейчас Марцинкевич. Снова Тиханович. Но тут арбитр помешал немного. И Тиханович отыгрывает с своим партнером, защитником Данил Соколов. Левым флангом ворвался в зону. Пас в центр. Марцинкевич подскочил, зато Тиханович тут как тут. Отбрасываться приходится сейчас «Авангарду». Нет, они все делают четко. У них еще и такой обдуманный вход в зону имеется. Шайба-то где? Она лежит на полу. Прямо на льду. Там долго-долго ее держал Антон Попов. И по ходу дела Антону Попову сейчас могут вменить 2 минуты. Да, так и есть. За задержку шайбы. Антон Попов, так и есть. Он ее типа руками задерживал. Но он так активно лежал на шайбе. Такой, а что такое? А я ни при чем. А где шайба? Ой, я не знаю. Но она на самом деле под ним. Все он знал. Так, ну что, друзья. Сбрасывание в зоне у «Спартаковца». Концовка второго периода. И снова «Авангард» в большинстве. Ястребы. Но пока шайбу они двигают через синюю линию. Серяцкий дирижирует нападением. Последняя минута второго периода. Перевод не бросал Привалов. Ошибается Егор. И это возможность для «Спартаковца» выйти из зоны. Они еще и атаковать лезут. Наумов бросил. Попал прямо в Серяцкого.
Обратно ястребы возвращаются. 4-2. Привалов под бросок. Но нет. Но почему нет броска? Новиков почему-то не бросал. Старчак возвращает на синюю линию. На Серяцкого. Серяцкий меняется местами с Приваловым. Привалов поворотом выше. Так, ну и шайба у нас вообще попала там на сетку с внешней стороны. Именно поэтому арбитр и свистнул. Дорогие друзья, уважаемые зрители, вот сейчас будет перерыв. Перерыв будет 10-минутный. Помните об этом. Так что с каждого по сообщению в чат, дорогие. Давайте, 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 давайте. Поддерживаем парней. О, вообще просто не в среднюю вынесли. И третий период с вами ждем. Просто, как говорится, жду ответа, как силовее лето. Этот третий период будет очень ярким по такой-то игре. Ну что, успеет «Авангард» еще один бросок организовать? Нет, не успели. Закончился у нас с вами второй период. 4-3. Третий начнется с большинства «Авангарда». 45 секунд еще им предстоит простоять в большинстве, а мы смотрим подборку ярких моментов и ждем продолжения этого банкета. Это будет интересно. You want me to
Так, ну все, народ, мы с вами возвращаемся обратно. Интернет не хочет нам ничего показывать. Но, тем не менее, мы должны каким-то макаром посмотреть третий период. Хочется верить, что мы его посмотрим. Авангард, спартаковец, такое здесь устраивают. Вот что-то похожее на Югру и... Так, против кого у нас там играла Югра? Против Салавата. Очень похожая история, только больше заброшенных шайб. Ну а так все безумно весело. Погнали! Третий период у нас с вами стартанул. Минимальное преимущество Авангарда по счету. И они в большинстве. Пришла шайба на синюю. Сирятский на полборта. Старчак. Еще дальше скинул. Обратно получил. Данил и на синюю меняются местами. Бросок. Это был Егор Привалов. Но там довольно просто все это дело парировал Никита Белов. Справляется спартаковец, и все. И появляется у них удаленный игрок. Сирятский подобрал. Вдоль борта шайбу направлял вперед, но он из... образовался офсайд для спартаковца, соответственно. Вбрасывание в средней зоне. Снова екатеринбуржцы откатили. Прострельная передача. Слишком сильная она была, чтобы ее обрабатывать. Тут Егору Щукину надо было очень-очень сильно постараться. Снова у нас с вами игра остановилась. Свисток по причине офсайда. На этот раз уже для Авангарда. Так, за кем бросование? Ну, получается, что за омскими ястребами они идут вперед. Астафьева подключают. Астафьева обрабатывает Олег Марков. Тем не менее, шайба не идем докатанием. Она все равно дошла до Сосунова. Сосунова силовым приемом от шайбы отделили. И контратака. Вот спартаковцы. Он какую диагональ затеял Щукин. И есть ход. Момент. Бросок со второго угла. Щукин добавить не сумел. Эту шайбу Егор Масейкин парировал. Кстати говоря, интересно, что Егор Масейкин защищает ворота с начала третьего периода у Авангарда. Ну, а у спартаковца все еще. Все тот же Никита Белов. В средней. И ястребы. Заковырялся Андрей Курьянов. Шайбу потерял. Быстрый прорыв от Наумова. Ну и Наумова тоже встретили с распростертыми объятиями. Ой, спартаковец, какой момент! Ну как же вы так-то шайбу дарите в своей зоне? Ну, ребята, просто пацаны, вообще, ребята, умеете, могете. Вот тут, что называется, Екатеринбург, неразбиваемое любящее сердце. Зачем так-то? Ну а мы, братцы, отправляемся к очередному вбрасыванию, которое выигрывают уральцы. Однако, сибиряки тут как тут, бросок организовали, Белов шайбу отразил перед собой. Она вышла в среднюю зону, там Курьянов. Снова вброс прямо туда, в сторону Белова. Подберут защитники у спартаковца, сразу же открылся Пузеев. Пузеева атаковал на синей линии Тимошенко, но Пузеев-то протакивает вперед. Теперь уже против него Подерин. Пузеев отдавал назад в средней зоне. Перехват от спартаковца, очередной врыв. Идет Сергей Пузеев, вынужден отдавал назад, а там был перехват от Авангарда. 2-2 у них нападение, бросок по воротам, гол! Залетает шайба в дальний угол. Да, проблемы у Никиты Белова откровенно имеются в этом матче. Смотрим еще разок за развитием этой атаки. Вот он момент выхода Данила Пугачева. Данил просто бросил, вот ничего не предвещало беды. И Никита Белов этот бросок не парировал. Да, братцы, это был именно Пугачев. И снова возвращается то самое пресловутое преимущество
две шайбы. Ну, от этого только интереснее. Идем дальше. Авангард снова бросок организовал. И Белов вынужден работать, работать и еще раз работать. Воу, ничего себе, какая музыка пошла. Эдакими темпами нам тут заблокируют часовую трансляцию. Но надеюсь, что все будет нормально. Так заряжает нас сегодня Звукач. Ух, заблокированные броски от Спартака. Тем не менее, Авангард действует хладнокровно. Шайбу устремляет вперед вглубь зоны. Да, спартаковцу ничего другого не оставалось, кроме как отброситься подальше. И это проброс, ребята. Возвращаемся обратно к владениям Белова. Инициативой завладевает у нас с вами омский Авангард. Команда Андрея Чеботарева демонстрирует себя с лучшей стороны в этом отрезке. Сумеет ли спартаковец продемонстрировать себя образца второго периода? Это интересно, когда они инициативу захватывали. Денис Федяев. В чужой зоне ему помогает Юрий Марцинкевич. Но пока шайба прижата Богданом Подериным. Марцинкевич очень цепко. Подерин сильно по борту. И даже в среднюю зону получается эту шайбу вывести. Спартаковец через Федяева. Федяев под опекой оказался. Вынужден был шайбу сразу же скидывать. Марцинкевич. Ой, здорово, Марцинкевич! И под бросок! Какой же здесь опасный момент! И тянулся к этой шайбе Егор Масейкин. И она все-таки не зашла в ворота. Вот это да! Ну, ребята, я вам скажу, что Марцинкевич в полном порядке. Вот это да! Так. Да, Масейкина нам сами демонстрируют. У нас уже 5 минут от третьего периода прошло. Сбрасывание в зоне у Авангарда. Пытается, вот то, о чем я и говорил, пытается спартаковец активизироваться. Выигрывает сбрасывание Тарасов. Сразу поворотом. Подбор за Авангардом. Но долго думал Михаил Фролов. Его обезвредили. Продолжается нападение у спартаковца. Теперь уже омские ястребы вынуждены подальше просто шайбу выносить. Отбрасываться откровенно. Вернулся Кирилл Паршенков. Кирилл. Это проблема. Перехват от Авангарда, и они расставляются. Попытался бросить Фролов, подставился Щукин, и тут же Щукин хотел убежать, но защитники откатили и его остановили. Авангард в чужой зоне. Моментик, воу, как тут опасно было, такая вот даже не бросок, а подкидка, подсечка. Снова мячи, продольная передача, она немного неточная. Спартаковец действует размашисто. Вот, по-моему, друг друга пытаются поймать на каких-то контратаках. На каких-то таких вот дальних длинных передачах. Ну, явно видно, что команды вертикальный хоккей пытаются показывать. Вопрос, у кого получится. РНС. Перевод Падюков прямо в упор по Масейкину. И спартаковец цепляется в чужой зоне. Попов в глубину. Там. Да что ж такое-то? Да ядрит Мадрид. Гладков там должен был цепляться за шайбу. РНС на синюю. Попов не бросает, отдает направо. Бросок-то вроде бы нарисовал Тиханович, но этот бросок был заблокирован. И в итоге эта шайба, она покинула пределы площадки.
Сбрасывание за Екатеринбургом. И опасный выход. Ой-ой-ой, как цепко играет авангард в чужой зоне. Яновский на пару с Тимошенко очень здорово сейчас сбегали. Там еще и Пугачев. И снова опасный момент. Пугачев в упор прямо в Никиту Белова. Да, Яновский, Тимошенко и Пугачев отработали просто феноменально сейчас в чужой зоне. Поддавили на спартаковец. Причем не просто поддавили, заработали вбрасывание в чужих владениях. Это было круто. Так, ну что, у нас с вами выскочила опять шайба в среднюю зону. Оттуда Тарасов ее отыгрывает назад. По борту Паршенков. Авангард активизировался в чужой зоне. Вновь, смотрите, как цепко действует. Но доходит шайба до Щукина. У Щукина проблемы со входом в зону организовались. Авангард тут же 2 в 2 атакует. Передача на коротке от Тимошенко налево. И дошла шайба до Никиты Белова. Опасного броска здесь все-таки не состоялось. Будем считать, что все это было очень легко для Белова. Ну, мы с вами, друзья мои, идем вперед. Старается опять авангард как не в себя. Активничать в чужой зоне. У них это все получается. Спартаковец вынужден пока довольствоваться контратаками. Ну, тут больше такой вот бойцовский клуб был открыт, нежели чем хоккейный. Михаил Фролов отправил шайбу на правый борт. Да что ж такое? Да ядрёна пассатижа, да интернет, да дай ты посмотреть-то уже, а? Да. Ну, друзья мои, ничего не поделаешь. Нам остается только ждать. Это вот да, к разговору, опять же. Приезжай, Фомин, прямо на площадку. Если я буду на площадке, и трансляция вот так вот упадет, то вы меня, друзья мои, не услышите. Так, удаление тем временем в стане у авангарда. И там Евгений Новиков. А вот и большинство почти на экваторе третьего периода для спартаковца. Так, нарушение численного состава, оказывается, у авангарда было. Ну, все понятно. Попов. Отдал налево. Дальше шайбу запустил вперед Соколов. Там Марцинкевич. И ошибается Марцинкевич. Сразу же Подерин направил шайбу на дальний фланг. Там Попов закрыл синюю линию. Снова Марцинкевич за ворота. Интересно, что спартаковец пытается дирижировать нападением именно из-за ворот. Через Марцинкевича. Сохранил шайбу Соколов. Отдал направо. Здесь Федяев на Марцинкевича. Марцинкевич обратно Федяеву. И бросок Попова. Добивание. Не будет добивания. Федяев на Марцинкевича. Марцинкевич пытается сбросить опеку Подерина, отдает на Соколова. Соколов Марцинкевичу. Марцинкевич на Федяева. Федяев с острого угла и забирает шайбу Егор Масейкин. Тут жестко объясняют Марцинкевичу, что ну не надо шлындать здесь под воротами. Вот не надо. Мы этого всего не одобряем. Но Юрию Марцинкевичу это все не привыкать. Он такое видел уже много раз. Снова спартаковец в чужой зоне расставляется через Пушкарева. Теперь пошла игра. Пушкарев. Дальше в клуб зоны. Обратно Щукин на Пушкарева. Пушкарев по воротам. Будет ли добивание? Пытался добить спартаковец. Авангард только сдвинул шайбу в угол. Подюков на Щукина. Щукин возвращает шайбу обратно защитникам.
Там Тарасов. Снова Щукин. Щукин поворотом отразил шайбу перед собой. Масейкин. Защитники смели ее на борт. И снова Гладков, Эрнест. А, нет, извиняюсь, там был Падюков. Пришла шайба обратно на синюю линию к Тарасову. Тарасов на Наумова, по-моему, да? Да, там Наумов уже находится. Ошибаются спартаковцы. Заканчивается большинство. Авангард в полном составе. Обратно в рыб. Марцинкевич снова появляется на поляне. Соколов. И снова то же самое звено. По ходу дела спартаковец начал играть два звена. Марцинкевич. Против него Иваненко. Попов подключился. Сместился со своей позиции. Федяев его подстраховывает. Попов на Федяева. Федяев вглубь зоны. Подправления не было. И забирает шайбу Егор Масейкин. Вот это уже неплохо. Интересное давление демонстрируют у нас с вами на ворота и те, и другие. Так, что-то мне уже, честно говоря, это начинает как-то надоедать. Наши проблемы с интернетом, они продолжаются. Ничего не поделаешь. Да. Так, вбрасывание. Падюков против Шихова. А, нет, или это был Пугачев. Пугачев был там на вбрасывании, а не Шихов. Авангард переместился в чужую зону. Даже Белова подгрузили. Так, ну и шайба-то в итоге вообще вышла в среднюю. Откатывают ястребы. Восемь с половиной минут у нас с вами до завершения третьего периода. Пока у «Авангарда» есть подушка безопасности в виде двух шайб преимущества. Самый главный вопрос, вернется ли «Спартаковец». Так, что-то у нас прям совсем все плохо, друзья мои, пошло. И это, честно говоря, напрягает. Вопрос, почему же так все у нас здесь падает? Неясно. Ну, опять же, проблемы интернетного характера. А вот и «Авангард» в чужой зоне. Сейчас, чем больше они шайбу контролируют, тем, соответственно, ближе они к победе. Тут логика простая. Интересная диагональ. Врыв с броском издали. Там Трофим Наумов бросал. Но нужна работа под воротами, которую «Авангард» пока не особенно позволяет организовать. А вот удаление — это уже куда серьезнее. Давайте разбираться. Удаление в стане у спартаковца за подножку Трофима Наумова. Отправляют на 2 минуты. Ну что, если «Авангард» сейчас забросит еще одну шайбу, если они реализуют, то, братцы, чувствую, а мячи уже не отдадут. Потому что две шайбы, как бы, это еще отыгрываемая история в контексте оставшегося времени. А вот три шайбы — это уже пропасть. Это много. Действует пока через Старчака. Старчак. Перевод налево на Вихрова. Вихров на Ухмылова. Ухмылов Старчаку. Старчак — поперечный перевод, но броска нет. Шайбу, судя по всему, кто-то из спартаковцев зацепил. Она вышла в среднюю. Да и вообще даже отошла Масейкину. Ошибается «Авангард». Чуть было не обрезались.
Марцинкевич укатывает вместе с этой шайбой. Ему спешить некуда. Дал Попову. Попов сразу же в чужую зону закидушку сделал. И тут же Федяев. Оу, Федяеву достался жесткий силовой прием. Приходит шайба к Тихановичу. Тиханович. Перевод на Паршенкова. Паршенков снова верхом шайбу высылает из зоны. Привет, драгоценный, идет. Так, авангард вернулся в чужую зону. Ждановский. Центр. Не самый удачный бросок от Иваненко. Но подберут именно амичи. Осталась шайба под контролем у Ждановского. Он ее перевел за ворота. Заканчивается розыгрыш лишнего. Броска пока нет. Авангард вот только сейчас организует бросок с левого круга. Ну а там шайбу забирает в ловушку Никита Белов. 5,5 минут до завершения третьего периода. Вот это да, ребята, вот это да. Очень мощная на основе такая игра и вообще очень мощное начало нашего турнира. Что первый матч, что второй, полон неожиданностей, полон сюрпризов и полон очень напряженной борьбы. Это здорово, это классно. Курьянов сохраняет шайбу, снова туда ее в сторону Белова. Игру Никита остановил. Еще разок нужно будет поспорить на точке. Да, нереализованное большинство в очередной раз. Хотя отмечаем, что сегодня «Авангард» дважды умудрялся реализовать. На этот раз не получилось, а вот и шансик! Цеплялся Андрей Курьянов. Тем не менее, он там уже терял равновесие. Так что броска к такового и не последовало. А что у спартаковца? Опасное нападение, ворота сдвинуты. И что? Требуют екатеринбуржцы, чтобы шайбу засчитали. Наумов очень активно апеллирует к арбитрам. Но, я так понимаю, совещание решили судьи устроить. Очень интересно, что они по этому поводу скажут. Ну вот смотрите. Нам с вами демонстрируют повтор. Так, вот он, Наумов. Несется к воротам. И там ворота сдвинуты. Шайба, судя по всему, побывала в ворота. Арбитры, видимо, решили смотреть, да? Они, скорее всего, смотрят трансляцию. Да. Вот с нашего ракурса толку смотреть здесь нет. С нашего ракурса не видно. Когда шайба пересекает в линию ворот. Вот он, Наумов. Так нет, понятно, что видеопросмотр. А что толку-то? С этого ракурса ты ничего не увидишь. Да хоть сколько можно смотреть, я не знаю, как здесь разглядеть. Из-за Масейкина не видно, когда шайба пересекает линию ворот. Вот там ворота сдвинуты, и все, и не видно ее. Спартаковцы-то ее видели. А вот арбитр был далеко от эпизода. Да, но пытаются как раз таки на Ютубе сейчас отмотать этот эпизод наши арбитры. Ну не знаю, ребята. Ну не знаю. Я вот ни за одну команду не болею, но здесь сложно сказать. Понятно, что надо бы камеру из-за ворот смотреть, но ее нет. Да, еще и еще раз нам с вами демонстрируют все тот же самый эпизод. Ну, как бы, я не знаю. Как решат, так решат.
Так, ну а команды пока успевают эту паузу использовать себе во благо. Так, подождите, а почему у нас 2 минуты припаяли спартаковцу? За что? Или это ошибка какая-то? Не совсем, я, честно говоря, понял. Остается у нас с вами, друзья мои, 5 минут основного времени до конца. Нет, ну понятно, что мы этот эпизод с вами рассматриваем. Мне больше всего интересно, а за что удаление это? Пора бы, наверное, как-то вердикт-то выносить, наверное, нет? Все равно тут особенно и не разглядишь. Белов тоже ждет вердикта. Собирается с мыслями, судя по всему. Как, собственно, и мы. А пока команды успевают отдохнуть у нас оперативненько. А решения до сих пор нет. Братцы, что здесь сказать-то? Да с нашего ракурса непонятно все равно. Мы можем сколько угодно смотреть, но непонятно. Где там шайба-то? Вот ее не видно упорно. Да, непростое решение для арбитра-то. Так, ну все, решение готово, наконец-то. Я думаю, что, скорее всего, не засчитают эту шайбу. Не, засчитали! Автором этой шайбы становится у нас с вами 15-й номер. Трофим Наумов. Арбитр все-таки разглядел эту шайбу в воротах. И ее засчитал. Окей. 5-4 у нас становится счет за 5 минут до конца третьего периода. Трофим Наумов у нас с вами становится автором этой шайбы. Авангард отправляется тут еще быстренько переговорить со своим тренерским корпусом. Ну а мы продолжаем. Концовка. Она будет очень интересной. Спартаковец сейчас будет из кожи вон лезть, будет умирать просто на площадке, но будет возвращаться. Авангард этого постарается не допустить. Вышла шайба у нас пока. Хотя нет, не вышла. Она еще в зоне осталась. С
Спартаковец. Попов. Диагональ выдал. Обратная передача либо на Марцинкевича, либо это было на Соколова, но это было не точно. Тем не менее, Екатеринбург в чужой зоне снова окапывается, ошибается там за воротами Александр Сирятский. И проблемки-то были небольшие. Они могли перерасти и в большие. Спартаковец из зоны уходить не хочет. Не пытается даже, не планирует. Очень интересно. И здесь накрывают. Довольно неприятно. Так, положение вне игры для спартаковца за 3 минуты. И, соответственно, сколько там, 40 секунд, да? До конца нашего противостояния. Хотя можем еще и дополнительное время увидеть. Вполне себе. Я даже не удивлюсь, честно говоря. Есть ход в зону, броска нет. Бросать не дают. Опасный наброс на ворота. Еще один РНС. Гол! 4-4. 5-5, конечно. Сравнивает счет авто Спартаковец. РНС Гладков на эмоциях. Забрасывает эту шайбу в ворота. И за 3,5 минуты до конца авто Спартаковец выравнивает ход этого матча. Авангард подсел. Как так-то? Ястребы, ну, просто отдали инициативу откровенно. Ошибались всю дорогу в своей зоне. Эрнест точно бросил, попал, и эта шайба отправляется в ворота. Так, с передачи Падюкова. Да, Эрнест Гладков становится автором этой шайбы. Что за игра? Что происходит вообще? Это какая-то жесть. И мало того, спартаковец идет дальше. Они собираются этот матч полностью забрать в основное время. Авангард дал откомбычить. Сосунов поворотом забирает шайбу. Белов. У нас приближаются последние 2 минуты. Кто бы мог подумать, да, что так будут разворачиваться события в этом матче, что возьмет спартаковец и отыграется с двух шайб. Да еще и за короткий промежуток времени. Интересненько. Ну, ребята, пристегните ремни, подтяните штаны и держитесь. У нас начинается сумасшедшая концовка. А может, еще и овертайм увидим. Так, спартаковец через ближний. Соколов. У авангарда будет перехват. Диагональ налево. Нахийбатова. Януш. Остановился. Марцинкевич. Среднюю зону. Там Шихов. И Шихов дальше вперед на Курьянова. Курьянов запускает шайбу по борту. Пытается цепануться как-то авангард. Не позволяют уральцы этого сделать. Марцинкевич в контратаке. Но ему подставляет корпус Фролов. Еще одна скидка в центр. Выкатывает спартаковец в среднюю зону. Сбрасывает обратно Паршенков. Последние 2 минуты. Кузеев развернулся. Отдал назад. Там диагональ вот такая вот интересная. Ну и, собственно, авангард снова выдавливает среднюю. Спартаковец обратно пытается вернуться. И вот он шанс для Спартака. Они им не пользуются. Авангард все-таки успевает нейтрализовать это нападение. В обороне сейчас Микотин. Под прессингом Яновского оказывался. Сейчас любая атака, она станет просто катастрофичной. Можете считать, что овертайм уже начался. Подкидка интересная. Ястребы в зону закатили. Там Привалова сразу же от шайбы освободили. Ответка от Падюкова. Падюков на Щукина. Щукин под двойным прикрытием.
Щукин дальше идет. Его тоже тормозят. Последние секунды третьего периода. Средний перехват. Наумов. Врывается Наумов. Бросает по воротам. Егор Масейкин в деле. Кто бы мог подумать, что эта игра будет настолько серьезной, настолько тяжелой. О, нормально, Звукачу. Наш пламенный привет. Так, снова авангард. Пытается отбиться. Спартаковец просто на эмоциях, на каких-то бешеных летит вперед. Приходит шайба на синюю. Оттуда екатеринбуржцы обратно ее пускают вперед по борту. И это не две минуты. Шайба задела явно борт. Просто вбрасывание будет в зоне у Егора Масейкина. Во втором матче подряд, друзья мои, по ходу дела мы увидим овертайм. Я, честно говоря, просто приятно удивлен такому раскладу. А впереди еще и матч «Сибирь-Трактор». Ну, как вам такое, уважаемые? Так, Падюков выигрывает бросование. Сразу пытался бросать Денис Федяев. Подбор за Марцинкевичем. И вдоль борта он шайбу направил. Ухмылов. А, ну все, основное время закончено. Пробрасывается здесь авангард. Остается играть какие-то слезы буквально. И все, друзья мои, в формате 3 на 3. Мы с вами продолжаем смотреть всю эту свистопляску. Такой же долгий матч получается. Все. Основное время завершено. Ну вот, собственно, друзья мои, все как обычно. Дополнительная пятиминутка в формате 3 на 3. Ну, а потом еще и броски, если понадобится. Спешу напомнить, что в первом матче Югра уступила в овертайме Салавату. У них дело до бросков не дошло. У нас вполне себе. Так, жаркие игры, говорят. Ну, жаркие — это не то слово. Это какая-то жесть. Ну что, поехали смотреть овертайм. Первое бросование выигрывает Данил Старчак. Зажата пока у нас шайба у борта. Старчак, 2-1. Передача на Привалова. Привалов по воротам, там уже бросался буквально Кирилл Паршенков. И по ходу дела зацепил этот бросок. Ошибается спартаковец. Это просто подарочек для Привалова. Снова через Старчака пошла игра. Привалов справа. Старчак уходит за ворота. Пытался шайбу скинуть на пятак. Попал прямо в Гладкова. И Эрнест на ближний. Там Падюков. Падюков уходит направо. Его сопровождает Новиков. Падюков за ворота на Гладкова. Гладков на синюю. Здесь Тиханович. Обратно Тихановичу шайбу возвращает Падюков. И Тиханович уходит налево. Там арбитр немного помешал. Тиханович. Пора с шайбой расставаться. Он запускает ее по борту. Кто первый на этой шайбе? Первый — Гладков. РНС вышел в среднюю зону. Тиханович. Дальше на Падюкова. Падюков против него. Подерин. Падюков в центр. Момент опасный. Бросок. Сейв. И здесь Егор Масейкин выручает в тяжелейшей ситуации. Максима Тарасова выводили на бросок. Резко он появился со смены. Вот он на ваших экранах.
Но Егор Масейкин эту шайбу сумел остановить. Полторы минуты от овертайма у нас прошло. Так. Авангард по самому центру. За счет Януша Хейбатова. Пытался прорваться, не получилось этого сделать. Ответка от спартаковца и неточный бросок. Закрыта зона Поповым. Нет, не закрыта. Но контратаки также не будет. Тарасов. Откатили за ворота. Екатеринбуржцы. Середина овертайма. Денис Федяев пошел один на один с защитником. Бросил, попал в Масейкина. Сам же подберет Федяев. И еще одна опасная скидка. Бросок прямо в Масейкина. Попадает Юрий Марцинкевич. Марцинкевич падает. Там перехват от Данила Старчака. Тиханович. Тиханович низом не попал. Пришла шайба к Федяеву. Федяев. Дальше с Марцинкевичем отыгрываются. Ти 2 в 1. Марцинкевич обратно на Тихановича. А тот не понял. Ответка. И Привалов Егор просто в одинокого прорывался. Гладков. Ну, один против двоих, остальные меняются. Эрнест. Ударил по тормозам, вернул на синюю. Там Паршенков, поворотом, неплохо. Там еще и ограничивали видимость. И продолжает вот здесь спартаковец искать для себя эпизод. И на самом деле в овертайме у спартаковца больше моментов, нежели чем у авангарда. И снова идет вперед Кирилл Паршенков. Ему активно помогает Гладков. Паршенков сместился. Шайбу вручил Падюкову. Падюков направо, но попал прямо в ногу Александру Серецкому. До конца играл здесь Падюков, но не забросил. Последняя минута овертайма. Авангард диагональ. Ворвался в чужую зону Евгений Новиков. Его с шайбой пытаются разлучить. Новиков борется активно с Поповым. И шайба-то не ушла. Бросок по воротам. Парировал этот бросок Никита Белов. Господи, как же все напряженно-то, а? Это какая-то жесть просто. Мы близки к тому, чтобы посмотреть серию послематчевых бросков. Так, предупреждение спартаковцу. Авангард мощно по воротам. Еще бросок. Попадает прямо в щиток. И последние секунды. Спартаковец нападение и шанс. Бросок, добивания нет. Еще бросок заблокирован. Авангард отбрасывается. Хотя нет. Цепляется Подерин-то. Да, Подерин в чужой зоне. Подерин шайбу скидывает на дальний борт. Там ее подбили. Пугачев сохранил на Подерина. Последние секунды. Броска нет. Ну и все. Будем смотреть, друзья мои, серию послематчевых бросков. Какая же феноменальная рубка получилась между «Авангардом» и «Спартаковцем». Не смогли они выяснить ни в основное, ни в дополнительное время, кто же все-таки победит. Хотя у «Авангарда» было преимущество в две шайбы. И в итоге имеем то, что имеем. Напоминаю, что тот, кто победит по броскам, друзья мои, тот, соответственно, заберет себе 2 очка. Кто проиграет, будет с одним набранным баллом. Мой личный инстаграм, друзья мои, кому, если кому интересно, вот тут слева, внизу. Называется «Спорт Фомин». Буду рад.
Ну, давайте смотреть, кто побивает первым. Так, пробивать первыми будут спартаковцы. И идет Данил Соколов. Соколов? Нет, не забросил. У «Авангарда» выходит девятый номер. Это Данил Маружов. Поехал Маружов. И тоже не забрасывает. Так, кто у спартаковца? Это Эрнест Гладков. Эрнест ушел направо. Наверное, в обыгрыш пойдет. Так и есть. И перекладывая на неудобную руку, не попадает. У «Авангарда» Данил Старчак. Старчак. Нет, тоже не переигрывает своего визави. И пока у нас после двух серий бросков по нолям. Щукин у Екатеринбурга. Не, ну не сейчас. Интернет, не сейчас. Так нельзя. Да. Да, друзья мои, к сожалению, интернет нас подводит маленько, но ничего с этим поделать пока не можем. У «Авангарда» бросок, гол. Егор Привалов забросил. Так, у спартаковца Трофим Наумов. А, нет, извиняюсь, это Денис Федяев. Денис не забивает. Януш Кейбатов выходит пробивать у «Авангарда». Чуть не сказал, у «Динамо». Но нет, Януш теперь в омских «Ястребах». Кейбатов не забрасывает шайбу в ворота. Так, спартаковец отправляет Сергея Пузеева. Это уже пятая попытка. Нет, не забрасывает Сергей Пузеев. Это победа для омского «Авангарда» в серии после матчевых бросков, с чем мы их и поздравляем. Они забирают себе 2 очка. Спартаковец остается с одним набранным баллом. Ну а меня зовут Никита Фомин. Надеюсь, трансляция вам понравилась. Она была создана совместно с сайтом smotrihokey.ru. Ну и мной. Меня зовут Никита Фомин. Друзья мои, любите хоккей, потому что хоккей — это не просто игра. Это 3 периода, за которые мы успеваем прожить настоящую жизнь. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Данил Старчак на 1-1.